Сегодня я хочу поговорить с вами о мотивации. Люди часто спрашивают, что мотивирует меня. Как тебе удается так долго этим заниматься? Как ты сохраняешь энтузиазм? Как и у всех, у меня тоже бывают плохие дни. Дни, когда просто хочется расслабиться. Не идти в зал, не пичкать себя всей этой едой. Хоть день прожить без курицы и риса. Но при всем при этом не проходит и дня, чтобы я не думал о бодибилдинге. Чтобы я не думал о тренировках, о том, чтобы стать больше, сильнее или выглядеть лучше. Так как же я могу быть немотивированным, если бодибилдинг – это все, о чем я думаю? Мне пришлось пережить много дерьма в жизни, но я всегда двигался вперед, несмотря ни на что. Я помню, как в больнице я пил шейки, считал калории, пока мой доктор беспокоился о том, чтобы сохранить мне жизнь. Я предан этому спорту и не могу прожить и дня без него. Наше время на этой планете очень ограничено. Поэтому просто глупо не заниматься тем, что ты любишь. Я так считаю. Если берешься за что-то, иди до конца. А не готов к этому, лучше и не дергайся. Мое тело говорит мне, что в нем больше нет ресурсов, а я отказываюсь в это верить и требую от него больше. Все дело в характере. Только в характере. Причем абсолютно неважно, профессионал ты или любитель, побеждает всегда тот, у кого хватает духа идти дальше. Каждый день я просыпаюсь с мыслью, что сегодня я должен сделать больше, чем мои конкуренты. Такой настрой не оставляет им шанс. Они приседают 400, я 500. Они делают 11 повторов, я 12. Я должен делать больше всех, каждый час, каждый день. Они планируют тренировку, я уже тренируюсь. Думают о позировании, я уже позирую. Они думают о том, чтобы добавить кардио, я давно его уже добавил. Я всегда на шаг вперед.